Полицейский, победивший в конкурсе лучших участковых Красноярска, передал свою премию за первое место на благотворительность. Насчет Совета ветеранов органов внутренних дел он перечислил 200 тысяч рублей. Капитан Алексей Владимиров на страже закона с 2008 года. Его участок находится в микрорайоне Покровка. Коллеги отмечают, что к работе с жителями молодой человек относится очень ответственно. Только в этом году он раскрыл 18 преступлений и задержал 3 правонарушителей. В конкурсе на лучшего участкового, помимо результативности, оценивали также физическую форму сотрудников, знание законодательства и умения, и учитывали мнение красноярцев. Алексей Владимиров стал лучшим среди 39 конкурсантов. Причитавшийся ему выигрыш мужчина сразу решил отдать тем, кому деньги, по его мнению, нужнее. Мне нравится общаться с людьми, получается выслушивать их проблемы, решать их проблемы, с которыми они обращаются в нашу службу. В этом, наверное, весь интерес — помочь человеку в его проблемах. Мы очень с большим уважением относимся к сотрудникам старшего поколения, оказываем всяческую помощь. Но у меня были мысли, и мое решение было оказать им помощь.